Сегодня я буду пробовать лучшую шаурму в городе Королёв. Ребят, размер просто пушка. Нифига бонус какой. Если мне какая-то шауха сегодня не нравится, я ее взрываю. Искать шаурму я буду по оценкам людей, какая тут лучшая шаверма. Мгновенный ответ. И по вашим комментариям, которые вы мне писали под моими короткими роликами, которые вы тоже смотрите. Недостаточно средств у вас. Денег не хватает? Денег не хватает, да. У меня просто проблема такая, я вот только-только в Нарокоминск приехал, и у меня на вокзале все деньги украли. Берите обратно. Да мне не надо, пейте на здоровье. Я прочитал более 2000 комментариев и сделал реально большие выводы, куда стоит сходить в Королёве. И напоминаю, самый креативный комментарий получает 500 рублей на свою карту, поэтому опускайся, пиши комментарий и получай возможность забрать кэшбэк. С вами Лёха Медведь, мы начинаем. Come on everybody, let's go! Самая лучшая шавуха города Королёв. Шаурма Альфа Кофе вот это. Вот эта тема, да? Да. Смотри, да, кстати, да, оценка 2.83, странно. Дача. Шаурма одна, там вообще шикарно. Не прожарка? Вот так вот выглядит. Да-да-да, она. Она? Вторые люди говорят, что стоит сюда сходить. Это шаурма Альфа Кафе. Да. Давайте кулачка. Девчонки, привет. Не знаю, ходите ли вы в шаурмечную или нет. Какая в городе Королёв самая вкусная шаурма? Я, наверное, из всего Королёва ела только доктор. Вот так вот она выглядит, она? Да. Спасибо, хорошего дня. И вам спасибо. Если шавуха мне понравится, то она получит название «Лучшая шаверма города Королёв», по мнению Лёхи Медведя. Маршрут построен. Итак, прямо за мной находится шаурма Альфа Кафе или кофе, я так и не понял. Скорее всего, Альфа Кафе. Обычную шаурму, стандартную. Сколько стоит? 150. Чего бы не зайти? А там кофе написано в подарок, оно реально? Подарок. Жду чай. Черный. Черный. Спасибо большое. Понимаю. Липки, это что? Это типа станция. Да. А я думал, подлипки, это так называется шаурма. Нет. Типа подлипки, подлива. Типа. Ты, конечно, хорошо сейчас сказал, надеюсь, это вставят. Итак, ребят, бесплатный чай нам дали, это нифига себе. Это очень приятный бонус, потому что чай у них стоит 40 рублей. Как я понял, при заказе мы получаем чай в подарок. Ребят, размер просто пушка, она гигантская. Раз, два. За 160 рублей размер сразу 5. Хорошо. Так, давай перейдем к более детальному осмотру. Вот что у нас получается. Лавашек, да, пробовал? Завернут нормально. Хрустящий, не пережаренный. Все с ним ништяк. Что у нас мяско? Не могу ничего плохого про мясо сказать. Стандартное нарезанное. Не самое, типа, свежее нарезанное, которое полежало, его положили. Не сухая? Нет, она не сухая, она прям сочнейшая такая. Что хочу сказать, у них салат айсберг. То есть это хорошая капуста. Помидорчик. Нормальный, капусточка. Мне эту шавуху хочется доесть. Она прям хороша. Давай давать оценку уже. Застоялись мы что-то. Готовили шаурму в перчатках. Персонал приветливый. 160 рублей, никаких вопросов к ней нету. По лавашу, по мясу, по ингредиентам, по овощам, по структуре, по размеру. Тут все хорошо. За эти деньги прекрасно. В общем, моя субъективная оценка — это 4,5, а минус лишь один. Нельзя, короче, оплатить по карте. Просто черное мясо пережаренное. Я сразу могу сказать, там нет никакой пятерки. И это не топ шаурма, которую я мог бы сказать. Блин, ну это вообще. Лучшая шавуха города Королёва. Обжорка. Шеф-донор. Шеф-донор. А вот там по прямой идете и все. Обычная шаурма самая. Сколько у вас стоит? Ее, пожалуйста. Полить только, брат, можно? Я вот эти моменты только если с бонусом. Ну да. Спасибо. До свидания. По размеру, ну, по размеру маленькая. Больше похоже на мини. Ну вот, видите? Смотри, она уже потекла. Не, да. Нифига себе. Это опасно. Спасай мою жопу быстрее. Слушай. Нежнейший лаваш, похож на лаваш из ролла. Он очень мягкий. Начинки маловато, честно, за 170 рублей. Виткох лаваша тоже, смотри, тут 3 раза обмотано. Из-за того, что он мягкий, этого незаметно. 1, 2, 3, 4 оборота, это очень много. Миско, ребят, смотрите, миско, кусочки хорошие. Не свеже нарезали мне, оно уже там лежало, но... Оно не прогорклое, ничего. Смотри, целый такой помидорчик прям. Фу, хороший. Угу. Нету морковки, кстати. Тут все простенько. Это хороший соус, хорошее мясо и капуста. Нифига бонус какой. Смотри, что.
Огурец, просто огуречек. Поехали к оценкам. По поводу чистоты, по поводу перчаток, гигиены, все ок. Можно оплатить по карте, наликом, как вам угодно. Размер маленький и 170 рублей, но это очень мало. Короче, за размер минус балл. Лаваш бомбовый, много оборотов только. Курочка, огурчик, помидорчик, капусточка, все на уровне. С обслуживанием тоже все окей. Соус не помазали. Такой моментик, который не хотелось бы больше видеть, честно. Общая оценка 4 балла из 5. Ее объективная цена при таком размере, знаешь, мне кажется, рублей 130-140. Ребята, если хотите продолжение, чтобы я продолжал снимать эту рубрику по разным городам, то давайте наберем 2000 лайков. Всего лишь 2000 лайков. И я продолжу это снимать. И выйдет новый ролик обзора шавермы. Какая тут лучшая шаверма? Самая лучшая? Мгновенный ответ. Да. Давай. Ну, от Железные пути сразу же за ними. Подлипки? Да. Опять подлипки, опять подлипки. Сразу за ними там Заур готовит шикарная, великолепная, лучше некуда шаурма, 100 рублей, 110. Позитивный, хороший. 100 рублей, великолепная шаурма. За сотку? За сотку. За сотку. На связи. Леха Медведь, можете подписаться, посмотреть. Мама, я пишу. Скажи мне, москвичу, за сотку шаверму, я не поверю, скажу, что за мифы. $160. У вас еще есть за 100 рублей студенческое, правильно? Да, это без мяса. Что нужно, чтобы это? Студенческий билет или что? Студенческий билет. Где живешь? Прописка. Это госуслуга. Все принесешь. Зачем тебе это? У меня студенческого нету, брат. Не получится, да? Прописку не скажу. Пожалуйста. Нифига себе. Спасибо. Пожалуйста. Все, всем пока. По размеру цена очень большая. Что, пробуем? Очень много оборотов идет. Тяжело кусается из-за того, что навернули очень много лаваша. Она начинает течь. Давай. Все, парни, респектос вам. Гигантский бонус, что есть укропчик, это хорошо. Посмотри, она уже все, она бахнула. Мясо нормальное, огурчик, тоже нашинкованный огурчик. Не кусок идет, а вот такая штучка. Ну такое, не самый лучший огурчик. Капусточка хорошая. Соус хороший и добавляет прям мягкости в эту шаурму. Теперь перейдем к оценкам. Там было чисто, и у шаурмиста были перчатки. Оплата картой у нас есть. Размер больше нормы, которую я хотел увидеть. Она сразу по структуре полопалась, и вот видите, что происходит. Можно смело поставить оценку 4. Ее можно есть, но это не самый топ, но она съедобная. Ее так, на самом деле, нормально так бахнуло снизу. Ютубчик снимаем, короче, вот пробуем. Канал можно? Леха Медведь канал, поэтому смело подписывайся. Чуть-чуть спойлерну в конце выпуска. Будет подгон, кто первый успеет посмотреть этот выпуск, кто-то заберет этот приз. Сейчас мы отправляемся пробовать шаурму по оценке подписчика, который писал комментарий мне под роликом шортс. Воронич 9103. Самая имбовая шау в городе Королев, это рядом с каналом, где вечный огонь и мемориал воинской славы. 180 рублей большая. Маршрут построен. Одну стандартную сколько будет стоить? 180. Спасибо вам. Вот такую шавуху, короче, нам дали. Раз, два. Она гигантская. И она плотная. Смотри. Ну, я таких размеров еще даже не помню, честно. Сделал первый вкус, кроме лаваша ничего не съел. Вот столько здесь идет лаваша. Это гигантский косяк. Сразу просто черное мясо пережаренное. Ну, разные куски попадаются. Есть такие, но прям все равно. Хороший типа... обжаренный есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, ну, семь, да, восемь, девять, десять. 10 слоев. Кстати, мясо, которое не пережаренное, очень вкусное. Оно именно с мангала. Не с вертеля, а с мангала. Это очень круто, да. Огурчики соленые, нормальные. Капуста тоже нормальная. Я дошел до центра, и здесь все, короче, нормализовалось. Мясо стало нормальное. Шаурму мне сделали в перчатках. Место чистое, можно посидеть, можно покушать, там тепло. Персонал приветливый, девушки приятные. За это я ставлю балл. Можно оплатить картой, можно оплатить наличными. Размер просто большой, он гигантский. Мы сделали самую большую, наверное, шаурму за сегодня. Она и вширь, и в длину большая. За размер я ставлю балл. Очень много оборотов лаваша. Вначале попадаются какие-то черные кусочки. Понятное дело, что это мангал, но все равно нельзя кормить человека черными какими-то кусочками. К середине это все нормализовалось, и мясо стало нормальное. Структура, она не течет, ничего не происходит. Овощи четкие, соус хорошенький, прям хорошо придается. Короче, я ставлю за эту шаурму 3,5. Не знаю, я не очень доволен. У них соусы цибили. Это грузинский соус, если что. Но он сделан на томатной пасте. А, вот они соцебили. Соус, да, это? Да. Когда перебарщиваешь томатной пастой, у тебя небольшая кислинка во рту создается. Она должна быть, но прям минимизирована. Тут она прям очень, прям кислятина была. Среднячок, есть над чем поработать. Мы едем дальше. Вот это вот все потекло, то есть внизу будет просто полный... Она все для людей, все. Называется она шаурма и точка.
Алтай-гриль. Приехали к Алтай-грилю. Да, вот Алтай-гриль у нас, короче, оценка 4,75. Это почти топ. Вкусная шаверма, прекрасная шаурма. Смотри, пятерки. Бывает такое? Идем делать шаурмичную закупку с Лехой Медведем. Сделайте мне, пожалуйста, шаурму в обычном лаваше. Стандарт. Народную. Какую? Народную. Народная для людей, да? Она все для людей, все. Он видит классическую. Приятного. Вот это вот все потекло, то есть внизу будет просто полный. Один вопрос. Почему на этой шаурме столько много крутых оценок? Я сразу могу сказать, там нет никакой пятерки, и это не топ шаурма, который я мог бы сказать. Раз, два, три, четыре, пять, около шести слоев лаваша у нас идет. Отдает хорошими свежими огурчиками, прям моментально. По поводу мяса, мясо уже какое-то время полежало. Очень много соуса. Много соуса пахнет? Очень много. Непонятно почему. Почти дошел до половины, все, оно все течет, у меня все руки в майонезе. И это вообще не топ, это стандартная шаурма, которая не тянет на оценку 5. Непонятно, почему там такие оценки. Шаурмист готовил шаурму в перчатках. Место чистое, можно посидеть. Дальше. Доброжелательность персонала. Человек нормально к нам отнесся, сделал шаурму, не хамил. За размер можно смело поставить пятерочку. Размер хороший. Почему? Так как у них это считается маленькой шаурмой цена, и размер ее норм. Но если бы мы взяли больше, она получилась капец гигантская. Нам такая не нужна, типа. Можно оплатить как угодно. По карточке, перевод, наличка. Оценка этой шаурмы, исходя из сегодняшних, которые мы пробовали, около 3,5. Я предлагаю поехать в следующую шаву. Опять же, следующая шаурма у нас будет по карте «Вот хочу шаверма». Итак, ребят, следующая шаурма, в которую мы направляемся, будет хайповая. Называется она «Шаурма и точка». Шаурма топ, замечательно все. Она все еще хороша собой, но размер стал чуть меньше, и соуса уже не так щедро. Очень вкусная шаверма и фалафель. Улица Исаева, 1Б. Ну, по поводу названия, креативно, ну как сказать... Стандартную шаурму, пожалуйста. Спасибо, брат. Все, от души. Раз, чик, два. Ну, размер норм. Что, поехали? Она сухая. Она прям сухая. Соуса мало. Угу. Много прям слоев. Вот этого вот лаваша. Она вот тут уже начинается сочная. Мяско. Попробуем. Смотри, вот так вот. Не пережаренное, а дожаренное мясо хорошо. Мелко нарубленные овощи. Все норм. Их прям так не достать, не попробовать. Но гармония прям идет отличная. Она сочная. Блин, ну это вообще... Вот это шава. Я думал, что все, типа, я уже сделал свое мнение. Шаурми сделал шаурму в перчатках, с этим все окей. По чистоте, хорошее чистое место, где можно посидеть. По поводу обслуживания персонала. Человек доброжелательный, сделал шаурму, никаких вопросов не задавал. За эти деньги это нормальный размер. Можно оплатить карточкой, перевод, наличка, короче, с этим вопросов нету. Мяско нормальное, все хорошо отшинковано, по овощам тоже вопросов нету. Даже тут разноцветная капуста, цветная красная капуста. Моя оценка этой шаурмы 4,5. Не могу поставить 5, потому что в начале было много слоев, она казалась какой-то сухой, то есть не хватает где-то какой-то гармонии. Ну что, самое время подвести оценки. Сегодня мои фавориты — это станция Подлипки Дачные, шаурма Альфа-кафе. Она у нас была номер один, я думал то, что лучше нее я за сегодня ничего не попробую. Фаворит номер два — это шаурма, которую мы съели последний. Я не знаю, как это связывается, почему первые и последние оказались лучшими. Шаурма и точка тоже у меня в фаворите. Если выбирать между ними двоими, очевидно, сразу скажу, побеждает шаурма на Подлипке Дачные. Лучше варианта нету. Ну а сейчас перейдем к бонусу, о котором я вам обещал. Я нахожусь на ЦДК имени Калинина. Это центральная площадь города Королёв. Вот. У меня в руках есть бутылочка. В эту бутылочку у нас отправляется 500 рублей. Их закидываем в эту бутылочку. И с этими деньгами я написал тайное послание. Вот так вот это выглядит. Давай, чтобы она отличалась. Пусть это выглядит вот так вот. ЦДК Калинина. Слева от нас находится каток, а справа вот такие вот длинные и так далее. И получается, кончается последний вот этот вот плакат. У нас здесь вот такая вот штучка. Получается, ну да, вот она лежит. Ее, в принципе, не видно вообще. Возможно, успеешь именно ты. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, ролик вам реально понравился. 2000 лайков, и я выпускаю следующую часть. И не забывайте, что креативный комментарий получает 500 рублей. Заберите свой кэш, напишите комментарий. Всем пока.